Это наша бусинка, Буся. Вот он шпионит, шпионит. Буся. Вот Буся, Муся. Буся. Бусинка. Бусина. Шпионит. Все, наелось, все. Не хочет больше, пойдет пить. Ох, играет. Ох, играет. Макс представляет наколенник, двигайся легко. Он способствует фиксации коленного сустава, уменьшению напряжения мышц и улучшению кровотока. Секрет наколенников – трехмерной фиксации коленного сустава и поддержки мышечного скелета. Продолжается. Ой, пала. Бусинка. Буся. Играет. Ну-ка, пойди. Лево. Оп. Лево. Оп. 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 Мы играем. Оп. 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 Все. Нет, передумала. Передумала. Ух, коза. Бегает. Оп, 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 со сгоном. Правда, здесь сначала жил один кот, мне нянечка рассказывала. Его котенком подобрали и вырастили в огромного котища. И вдруг этот кот приводит целоваться кошку. Ее начали гонять, так он и сам исчез. Выводы. Вот не только кошку, но и всех котов поближе к людям притащил. Так теперь и кухни живут. Вот такой ответственный папаша. Ой, котят по людям пристраивает. Я подумала, может быть, собрать одного? Спасибо. Смотри. Спасибо, Кир. Играйте. А вы почему в больнице? Очередное обследование. Проще болезнь вернулась. Болезнь? Онкология. Вы не извиняйтесь, я уже свыклась со своим состоянием. Просто болезнь, которая требует лечения. Или жаль папу. Что стоит за этим знаком? Это модернизация более 200 научных... Любимая игрушка. Чтобы в фокусе оставались не только квадриллионы звезд... Буся играет. Но и сотни молодых ученых... Ее любимая игрушка, коврик. Ишкик скачет, ишкик скачет. Жива. Эй, Манечка. Очки одевает. Хочет одеть очки. Давай, помогу. О, о.
Ж. Отчеркиваем. Ученочка. Очки берет. Господи. Мартышка, очки. Очки берет. Пытается одеть. Ой, маленькая. Одевай, одевай. Пытается одеть очки. Одевай. Эй. Муся. 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 Ты чё? Ну давай. Почитай. Читай. Она читает, видишь? Читай, читай. Вот еще нашла игрушку. Ой, идет задом. Опа. Буся ходит даже задом. Она ходит даже задом. Давай. Игрался. Ну что, красавица? Буся, 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 Бусинка, Бусинка, Бусинка. Вот, игрушка любимая, мои ножки. И кусайся. Зубы как иголки. Эй, пусти меня. Буся. Качается. Откусишь палец. Качается. Ты развели маленькому лицо? Откусишь палец мне. Буся. Эй. Эй, помогите, спасите, это зверь, звереныш маленький. Буся, что делаешь, эй? Кусается, ты что? Хорже, уходи, брысь, 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 брысь. Ой-ой-ой. Да брысь ты. Ой. Буся, эй. Сюда, я сейчас тебя вон туда посажу. Чтобы мама ходила, вот уже просится. Вот звонит спальника, туалет. Вон она. Эй. Да-да-да. Да, пойдем, будем. Пойдем, будем. Пойдем, 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 милая. Пойдем. Выходи. Иди. Айда. Пойдем. Пойдем. Ой, не говори. Ну, выйдешь, ладно. Где тебе бумажку дать? Вот играет тут. Вот, да, давай, играй. Давай, 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 давай. Ну, привет.
Любимая игрушка. Мартышка. Одевай, ну что же. Мы. А когда он сделает свое дело, то отправится обратно в тюрьму. На всю оставшуюся жизнь. Сейчас оденем, сейчас оденем. Быся. Ай, что делать? Что ты творишь? Бусинка. Он написал этот вирус на основе другого кода. Что? Это как будто пальцев. Сразу видно сходство. Балдеж. Я написал знакомым ребятам с Хакатона. Они вспомнили, что... Везде найдем игрушку. Где игрушку? Сама находит. На форумах. И как нам найти этого Мюллера? На место. Я уже закинул удочки. Ну, типа, ищу его код в личинке. Должен плюнуть. Мягко есть. Мягко есть. А у Елены Владимировны, к сожалению. Мало еще ищет. Ты че? Еще да, мягко. Есть, а еще и не сила. И скажи спасибо, что не отправился обратно на зону. Есть мясо. Образовался отличный тандем. Не буду вам мешать. Хорошо. Вот новая игрушка у меня. Новая игрушка. Во-во-во. Ноги от души. Бусинка. Глаза такие озабоченные прямо. Думают. Буся. Бусинка. Буся. Живая такая. Куда еще залезть? Оттянулась. Господи. Вот чудо ты чудное. Чудо ты чудное. Мой бас пока не засел. Играть, блин. Будет играть, пока не уснет. Ну неужели женщина не вернулась не только за ним? Сколько детей она оставила на время? Мама болела очень у нас сильно, поэтому мне не пришлось долго с мамой жить. Вы видели, что я скрываю конверт? Ну что там масла? Изысканного шоколада. Доказано. Вирус может вызывать тромбы. Натуральное лекарство.
Золотой гель-гаум защищает от тромбов, снижает вязкость крови и улучшает память. Гель-гаум от компании Эвалар. И от тромбов защищает, и память улучшает. Новый эксперт. Усиленная забота в эти дни. Вот это игрушка. Ну, давай. Ну что? Замерла. Звук просто. Что, у нас тут такое под музыку, да? Ага. Уже всего прочитала. Ага. Одни клочки вот. Хвосты. Ой, как она. На спине. Грабат. Кувыркается. О, сейчас тоже будет. Грязная. Маска. Всем рассказываешь. Бог, вот куда ножки. Боже. Бога. Нашла его, ставим в другую игру. Что там в газетах, бумажка? Нога живая. Эй, откусила пальцы. Бог. Ты смотри, эй, что это делает? Эй, Буся. Брысь. Пошли, прям жует мою ногу. Ее блохи? Буся. Хватит. Ты сзади. Вкусно. Палец вкусный. Эй, смотри. Чего делать? Нельзя. Брысь. Болтается на ноги. Буся. Эй.
А кровотицы идут. Да. Такое случается только в Новый год. 9%. Имею желание купить диван, возможность купить торшер, но не имею желания. Мне поможет только чудо. Не чудо, а низкая ставка от 5.9% по кредиту в Сбербанке. С такой ставкой желания совпадут с возможностями. Оформите кредит с средней ставкой в Сбербанке. Очевидные выгоды. Благодарю новогодняя распродажа. Скидки до 40% только с 1 по 15 декабря. Муся, красавица, Муся, Бусенька, Бусенька. Буся. Мышка. 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 Вот это вау. Мышка. Бусинка. Вот это, вот. Новый смартфон Huawei. Вот это. Вот это. Наводит порядок. Быстренько. Оп. Привет. Бусинка. А. Все. Слышишь, мышка скребется? А? Она. Важно. Мышка скребется. Смотри, вот там. Вон он. Вон там, да. Беги туда. Беги. Вон мышка, давай. Быстрей. Мышка. Где мышка? Ну-ка, пойди. Лови.
Лови мышку, лови. Быстро. Опа! Поймала, молодец. Молодец. Вот еще у нее любимая игрушка. Ковер. Любимый ковик. Ну-ка, ну-ка. Вот эта игрушка. Все. Что бы еще сделать? Вкусный батик. Ты где? Ползет, ползет. Ползет. Привет. 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 Эй. Быстро. Быстро. Оно закончено? Really. Не совсем. You know, мы сбросили только три бочки. А надо больше. Что ты там нашла? Зачем ты убила Хасу? Вы нашли его? Не скажу. Только поздно. Я пришла сюда. Тогда уходим отсюда быстро на мостик. Ты зачем делаешь? Зачем? Что она делает, а? Ой, Юла. Куда? 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 Буся, Буся. Ой-ой-ой, как страшно. Молодец. Молодец, Буся.
Вот и все надо. Ты Бошка? Бошка? Здорово? Иди сюда. Разве парень, который разработал Чернобыльскую АЭС, все еще строит реакторы? This is the same. Это все та же Виктория Нуланд, которая несколько лет назад под запись рассуждала о том, как покончить с тем. От той же госдеповской головорезки, которая работала над госпереворотом на Украине, мы слышим, что нам надо идти на войну с Россией для того, чтобы сохранить демократию на Украине. The only question. Единственный вопрос, который имеет значение, это то, как вмешательство в дела Украины помогает основным интересам Соединенных Штатов. И, конечно же, именно этим вопросом в Вашингтоне никто не задается. Прекрасное выступление, с которым можно только солидаризироваться, потому что вопрос, который задан, действительно Буся, имеет место быть. Дело в том, что Виктория Нуланд, как политик, упустила целый ряд катастрофических интересов Соединенных Штатов Америки ошибок. Я уж не говорю, что и ошибки других американских политиков привели. С пивом. Тапочки одевает на голову. Вот какая гвоздя, сколько игрушек. Ох, 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 игривая. Ох, игривая. Ох, ох, готова. Залезть в тапок.
Ух, коза. Как коза. Вот прямо как стрела. Никогда. Может, рыбу я сверху насыпала из баночки. Что кушаешь, а? Муся, Муся. Кс-кс. Эй! Никогда. Есть. Ух, ух. Нет, это еще рано. Если у нас есть замена, лучше тогда поменять. Или мы можем позвонить? Нет, надо еще тут стыдно с таким образом. Я просто уверена, но я не... Оно как не так? Оно как это с трагедией не связано никак? Может, наоборот, белый? Ну, так. С трагедией вот зеленый только, скорее всего, не может быть связан. А красный... Но то, что мне казалось единственным, точно не это. Да, да, да. Зачем зеленую реку? Ну как, красить зеленую? Но мы не успокаиваемся, задаем следующий вопрос. Свет чё? Ну бей. Бузи. Бей. Пожалуйста. Бей. Бей, бей. Вам не холодно? Нет, не холодно. Бей, бей. 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 Не бойся. Бей, бей. Бей, бей. Бей. Пей. Ну, 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 давай. Пей. Ну, пей, пей. Пей. Ну, давай. Хочу сок, что ли? Ох. Не надо ей сок. Не сок же. Вот давай, давай, давай. Вкусно. Ох. О, руки. Вот, пей, закусил. Видишь, какой, как он называется? Паштет. Паштет. Вкусный. Кс-кс. Буся. А вот, 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 смотри. Сейчас в собаках сидит. Ну да, не сядь. Ты что? О-о-о, понравился. Паштет. Забирай, чтобы обидеться.
Хватит. Пусть захватит.